Привет, друзья! Ставьте на паузу и подписывайтесь на мой канал, я буду вам очень благодарна. Скончалась первая красавица СССР Илона Быстрицкая. Актриса долго боролась с недугом. Ей было 91 год. Предполагается, что прощание с актрисой пройдет в понедельник, 29 апреля. В последние годы здоровье знаменитой артистки оставляло желать лучшего. Известно, что Быстрицкая перенесла тяжелый бронхит, а ухаживали за ней сомнительные сиделки, которые украли с ее счета крупную сумму денег. В феврале сообщалось об ухудшении состояния знаменитости. Ее сестра рассказывала, что актриса не может встать с кровати и практически не видит. Быстрицкая считалась первой красавицей советского телевидения. Прекрасные внешние данные, красивый голос, изящество движений – все это идеально подходило для сцены. Советская актриса театра и кино родилась в Киеве в семье медиков и сама чуть не стала доктором. Во время войны она помогала родителям в госпитале, но увлеклась художественной самодеятельностью. Илона Быстрицкая получила театральное образование. С 1958-го работала в Малом театре в Москве. Особую известность ей принесла роль Аксиньи в киноэпопее Сергея Герасимова «Тихий дон» по одноименному роману Михаила Шолохова. Обожали ее зрители во многих картинах, особенно в фильме «Неоконченная повесть», где актриса сыграла любящую и преданную своему делу женщину-врача. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.